Архангельская. 10 лет назад здесь была создана специальная средняя школа, где наряду с общеобразовательными предметами ребята изучают основы морского дела. В школе организована и группа юных следопытов. Цель их поиска – истории бывшей школы соловецких юнг. За военные годы ее окончили более 4000 комсомольцев, ставшие затем боцманами, радистами, электриками, мотористами. Нынешней осенью десятки бывших воспитанников соловецкой школы юнг приехали в Архангельск на всесоюзный слет ветеранов. На уроке мужества в 7-м А классе выступил Александр Дмитриевич Шейченко. Он защищал Одессу, воевал под Севастополем, был участником исторического новороссийского десанта. Незабываемые встречи с ветеранами прошли во всех классах школ. Юные моряки будут свято хранить славные традиции своих дедов и отцов. И в их сердцах навсегда останется память о тех, кто отстоял честь и независимость нашей Родины.